Итак, опять самый кринжовый влог сейчас снимешь, не надо. Мой кринжовый влог, добро пожаловать. У сына сегодня выпускной, вне школы барабанов. Веди нас, сын. Время 6. Можно сейчас зайти и просто смотреть выпускную сцену, часик. Ну, для кринжового блога. Звучит заманчиво. Нормально. Топ-контент для кринжового блога. Че, веди нас, сын. Пошлите бургер жрать, так. Видите? Не-не, мы просто это. Сын, мы забронировали что-нибудь? Что мне бронировать? Хотели бы посидеть с вами или можете просто пройти со мной? Официанты, вторая конячка, так что можете воспользоваться бесконтактным меню. Хорошего вечера. Спасибо, Ива. Неожиданная встреча. Мирон, ты что, сегодня выступаешь? Под какую песню будешь зажигать? All Star. Круто. Мой сын тоже выступает. Ты будешь за него болеть? Он на чем играет? На барабанах. Через какой год учится? Во второй части будет играть. Да учится второй год уже. Ну давай сфоткаем вас вместе, вы же первый. Я могу даже так. Он жестко поет. Он. На концертах он вообще разговаривает. Он очень скилловый артист. Он технарь Ранье выступает. Сейчас будет выступать. Ушел красиво. Да, Мирон сказал. Мирон, красавчик, ты порвал зал. Да ты вообще пиздец. Он стеснялся, он белый весь, бедняга. Сегодня загорелась новая рок-звезда. Сейчас антракт, потом он выступает. Ты волнуешься, сын? Мне все равно. Правильно. Ты обречен на успех. Чего? Ребят. Мама звезды. Легкое волнение артиста перед концертом.
есть люди, которые слушают хип-хап тут. Хип-хап, да. Гонфлад, Гонфлад. Знаете ли Гонфлад? Гонфлад, похлопайте, послушайте. Гонфлад. Серьезно, все ракешник только топят. Ну ладно, что, нормально. Я тоже слушаю Гонфлад. Вот такой чувак. Похлопайте, нормальная тема же, ну. Ну, окей. Вот. Вот у нас сейчас на сцену выйдет человек, который тоже слушает хип-хоп, и он, блин, если мне не изменяет память, по-моему, он первый, кто будет играть подобного рода песню. Собственно, на сцену я приглашаю Садыкова Марата! С песней Gone Flag Lameship. Когда-нибудь хип-хоп в металкорных каверах слышали? Ну, сейчас слышите, короче. Смотреть материал снятый. Сын, ты доволен своим выступлением? Вполне, да. Нормально, разнесли клубчик. Разнесли вообще, я видел. Толпы фанаток срывали голоса, и не только голоса, но и... Голоса. Окей. За кроссовками есть еще к нему. Какие красивые. Они светятся. Светятся? Все на уровне. Итак, МШБ 100% семья, спасибо каждому. Особенно Никите, мой сенсей. Также проводниками у меня стали Елисей и Валера. Они ввели у меня пробничек, тоже сердечки. В целом, любите музло, создавайте новое, уважайте старое, помните истоки. Слушайте крутую музыку, всем добра, всем спасибо каждому. Вы сделали этот вечер, все круто. Надеюсь, еще увидимся. Супер, спасибо. Следующая, Старшинова Анастасия. Кто хочет потом со звездами сфоткаться, отдельно подходите, они вот здесь вот стоят. 100 рублей. А можно синий свет убрать? Спасибо. Отлично, спасибо. Только улыбайтесь, пожалуйста, все. Три, четыре! Ну что, ребята, всем спасибо еще раз. У нас заканчивается наше мероприятие. Кто реально хочет сфоткаться со звездами, подходите, они еще здесь.
Вот, примерно. Я такой встаю, вот так вот закидываю себя ногу, вот так вот начинаю подниматься, и слышу такой... Вот, я невозмутимо подошел к Игорю, спросил его, задал вопрос, который... Вот так вот буднично и скромно заканчиваются концерты рок-звезд. Да. Примерно так. Казалось бы, да, пол первого ночи. Казалось бы, пару часов назад ты еще блистал на сцене, разрывал толпу, а сейчас ты идешь по полупустому. Прошу отметить, без единой ошибки я сыграл. Без единой ошибки играл. Играл как боже. Я провел, наверное, двое суток, пока репнул эту песню, но оно того стоило. Glam shit rulet, glam go gang, go go go, for life. Ну все, теперь это точно последний кадр этого видео. Увидимся наверху, ребятушки.